Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и мы заканчиваем проходить четвертый эпизод «Ходящих мертвецов». Сегодня у нас финал. Итак, мы посмотрели все кассеты, узнали то, что Молли, оказывается, отсасывала врачу за лекарство для ее сестры, иначе сестра бы умерла. Вот, ну, в любом случае, нас уже там ждут, мы все собрали, медикаменты, бензин, аккумулятор Молли должна принести. Итак, давайте идем к нашим, я надеюсь, Кенни и Бен все-таки открыли амуницию, ну... Дверь, где хранится вся амуниция, потому что, как вы помните, они очень хорошо уж пытались ее открыть, прям всю душу вкладывали в этот процесс, но все-таки я надеюсь, у них это... А, вот, как раз и Молли. Так, боже правый, ты напугала меня до усрачки. Где ты была? Достопримечательности осматриваю. Мне кажется, она к сестре бегала. Так, теперь я заберу аккумулятор. А, да, насчет аккумулятора тут такое дело. Какое? Неужели просрал ты его? Надо, я просто шучу. А, ну... Окей. Так, держи. Так. Ну, видите, Ли так на нее смотрит, он же уже знает весь прикол с врачом. Что это? А, ничего. Я вижу, там фотка девушки. Так, давайте скажем, ты лгала мне. Все, все, на... Короче, прям, ты сказала, что не была тут до этого, но это неправда, ведь так? Что, кто тебе сказал? Я видел тебя на кассете, у тебя была связь с доктором. Вот так вот, я все знаю про твои минеты. Я не врала. Я спросил тебя, откуда ты знаешь о Крофорде, ты сказал, что слышал истории. Я сказал, что есть история о Крофорде, но я не говорила, как узнала о них. Я никогда не врала тебе, и даже если... Так, то что, я ничего не должна тебе. Ты дважды спасла мою жизнь, но не можешь сказать мне правду? Мы действительно будем этим сейчас заниматься? Зависит от тебя. Я жила тут с сестрой, ей было 14, когда мертвые начали ходить, и появился Крофорд. Это выглядело неплохой идеей. Мы были в безопасности, у нас было все для выживания. Потом появились жесткие правила, никого, кто не мог бы содержать себя, никому, кому нужен специальный уход. Моя сестра была диабетиком, и по правилам Крофорда ей здесь было запрещено находиться. Я держала это в секрете, оберегала ее так долго, как это было возможно, но в итоге я не смогла защитить ее. Тогда я и ушла отсюда. Они всегда говорили, что их система работает, и что это все лучше, чем стать одним из них, но я видела, кем они уже стали. Эх, если бы я видела это до того, как стало слишком поздно, до того, как они пришли и забрали мою сестру, как она много говорит, это уже меня задолбало. Ну все, хватит, давай, пошли, будем... Блин, это все, что от нее осталось. Она была большим куском ватмана, что ли? Давайте скажем, я понимаю, все. Так, у меня не было навреда. Все нормально, Молли, я понимаю, она красивая. Да. Какого? Тем более, зря так ли говорить, я 14 всего лишь. Я думаю, что это сигнал о том, что нам пора уходить. И сейчас ходячие поломятся. Я так чувствую, потому что все-таки звук лишний ведет, их внимание привлекает. И где наши вообще все? Где там Кенни, Бен, эта пухленькая помпушка, другой чувак? Ох, нихуя, блядь. Дерьмо, Бен. Блядь, давайте про дверь. Прости, так, мы в порядке. Ты открыл ту дверь в классе? Еще нет, Кенни послал меня поискать что-нибудь, чтобы открыть ее. Я нашел это. Ну, ништяк. Хм, Бен, ты где взял? Я нашел это застрявшим в дверной ручке в холле. Ох, мудак, он открыл дверь, сейчас ходящие полезут. Дерьмо. Вот Бен, мудак. Слушайте, косящий по полной, реально, вот Бен, чувачело, косячное дерьмо. Еще он сейчас стал, пускай идет, тоже на них нападает. Бен, стоит, тупит. Так, отойди. Я же стреляю, сука. Да что ж ты? Типа только в голову, ёб твою мать. Почему я не попадал несколько раз? Молли! Так. Слушайте, не, я же стрелял в них. Ли! Так, и Бен, давай помогай. Так, слушайте, нет. Я тоже хочу пострелять, дайте мне поиграть. Ёб твою. Опа, патрончики кончились. Давай, Бен. Бери у Бена топор, сука, бери топор у Бен. Блять. Вы оставили Молли, ёбаны. Не, я стрелял ходячую несколько раз, я причем попадал первые разы, по-любому. Какого хрена происходит? Они идут. Вот дерьмо, блядь. Это задержит их, конечно, но как нам теперь выбраться? Через оружие, если мы, конечно, сможем открыть эту
Сраную дверь, давай. Будь ты прост. О, уже зашевелился, молодец. А где Молли? Не думаю, что она, короче, сделала это. Я надеюсь, она выживет. Это моя вина, все, это моя вина. Да, уж твоя. О чем он говорит? Бен, мы говорили с тобой об этом. Не, постой, я хочу знать, что он имеет в виду. Что ты имеешь в виду под своей виной? Кенни, мне жаль, мне очень жаль, мужик. Ой, блядь. Заткнись, сука, не рассказывай то, что из-за них твоя семья умерла. Заткнись, блядь. Пошел ты нахуй, я не могу держать это себе. Ой, блядь. Все это время это был я, втягивал вас в опасность. Кати, так, это все я, это был я. Ой, блядь, мудак. Аж дверь тут на страсти выломал. Так, минут, что ты сказал? Я был тем, кто заключил сделку с бандитами в мотеле, вставлял им припасы. Я думал, что смогу держать их подальше от нас. Но они напали и... Дака... Вот пиздос. Так, давайте, держите его, сука. Нехеру. Так, Кенни, успокойся, успокойся, давай. Хватит, остынь, мужик, чувак. Блять, ах ты сучара, тебе пиздец, ты слышишь меня? Труп, моя жена и ребенок, ты убил их, блять. Обоих, сука. А, так, Кенни, я сказал, хватит. Блять. Если ты так думаешь, что после этого он попадет там на лодку, это пиздец, короче, давайте позже с этим разберемся. Мы разберемся с этим позже, после того, как выберемся отсюда, ладно? Да ехер тут разбирать, я просто сказал, как все будет. Лодка недостаточно большая для нас всех. Вы знаете это, что мы не поместимся в лодку, кто-то останется, и этот кусок дерьма останется прямо сейчас. Но я проголосую за то, чтобы оставить его. Мне жаль, Бен, я знаю, что у тебя добрый намерение, но это все, что я хочу, это вернуться в Комеду, и ты оставишь это под угрозу, оставишь. Нет, давай скажем, Бен останется сразу. Я достаточно видел в Крофорде стать таким, как они, это начало конца. Я за то, чтобы Бен остался с нами, типа. Что насчет остальных нас? Мы тоже можем выступить, блядь! А, ну все, короче, нас стало меньше, значит, претендентов на лодку гораздо больше. В смысле, в плане того, что больше кто поедет. Брайан. Короче, охереть. В общем, детей толстых тут не котируют, убивают сразу. Ладно, давайте заперли дверь. Слушайте, она... А хер, короче, Кенни выломал замок, так. Что, это и есть арсенал? Все это, что, это все, что от него осталось. Патронов осталось мало, но... Короче, берите все, что надо. А что, не закрыл дверь за нами? Я не смог, замок сломан. Отлично, просто охуительно. Пойдем, там должен быть выход. Давайте. Припас, может, сначала выхватим или не будем их брать. Я просто не видел, чтобы они брали припас. Блять. Так, так, закрывай, Ли. Бля. Так, она их не удержит, нам надо вверх по лестнице. Так, это что за мужик такой мертвый? Так. Ли, держи. Отличненько, слушайте, сейчас я, походу, снова смогу пострелять. Ну-ка, давай-ка. Милости просим. Не, да, я буду стрелять. Почему игра это за меня делает? Я хотел палить. Так, чтобы выбраться. Отлично. На тебе, сука. Потрясающе просто. Слушайте, я прям... Нам реально вот за этот эпизод мы стреляем. Не убиваем просто, а стреляем непосредственно входящих, наверное, больше, чем в сумме за все остальные эпизоды. Ну, твою мать, Лин, ну что ж ты такой неаккуратный? Так, 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 так. Подожди-ка. Сейчас. Слушай, нет, Ли, я хочу ногу вынимать, давай. Да твою мать. Давай, высовывай ее. Так, так, так. Еще раз, давай. Вырывай доску нахер, так. Слушай, там уже чувак идет к нам. Давай. Али, сука, мы сейчас с тобой отсюда выберемся, как нехуй. Так, 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 так. Давай быстрее. Отлично, все. Высунули, и ходящая, надеюсь, до нас не успеет добраться. Так. И сколько же там патронов, мне интересно, в винтовке, если... Блять, нас прям, слушайте, зажали. А кто их мочит? Я так понимаю... Слушайте, молодцы, они мне помогают, отлично. Так, с топориком идем. По сути, имея в руках топор, мы можем тупо всех перекромсать. Там даже стрелять не обязательно, так как ходячие они такие довольно медленные чуваки. То, блять, видите, мы прям... Я какой-то Брюс Ли. Так, давайте, давайте. Отлично, и давай этого тоже. Ааа! Ох, ох, нет, чё, это что за говно? А, все. Давайте. Я, в принципе, надеюсь, может быть, топор у него выхватить, но что-то... Идем. Так, отсюда есть выход. Эта лестница идет на крышу, наверное, как мы сможем... Так мы сможем выбраться отсюда, ведь... Вы ведь приехали в город на железной дороге, да? А на ней что? А, неважно, я вижу коллектор, из которого мы пришли, думаю, мы справимся. Ну что, мы тебя ждем-то, а? Идем. Так, давайте-ка. Слушайте, прям слышно все эти стоны, там, наверное, их десятки.
Ну весь Крофорд, походу, сбежал. Бен, ну же идем. Вот, сука, еще лишняя приманка для них. Они сейчас по-любому точно сюда побегут. Так, давай. А это такое же окошко было в этом. А, ох, нихера. Так, надо его пытаться выхватить. Так, Лили. Ли. Так, давайте быстрее. Давай, Бен, я держу тебя. Так. Ох, все. Бен, карабкайся, давай, ты сможешь. Времени нет, уходи сейчас же. Хватит говорить херню, Бен, давай. Отпусти меня, мать твою, ведь я сюда стою. Слушай, драму не разыгрывай, ты что, блядь? Актер оперы, что ли? Ну, окей, непонятно, он за то, чтобы его скинуть. Так, блядь. Надо что-то делать. Ли, мы оба знаем, что так надо. А, типа, мне даже выбор не дадут. Отпусти меня! Я хочу умереть, чтобы все было еще драматичней. Так, нет, давайте спасать его. Пизду. Еще. Я этот кусок говна... Сколько? Два эпизода тащу. И что, сейчас выкину, что ли? Да хер с тобой, Бен, я тебя дотащу до пятого, если, ну, его заскриптованно не замочат. Так, давайте, конечно, я... Возможно, немного неправильно поступил, то что все-таки Бен косячник, он нихера не делал, но все-таки, ребят, я не убийца. Так, Амид, Клементина, как бы Амид. Ой, блядь. Так, Клементина, походу провалить ходячий сюда, и они сейчас как-то пытаются спасаться. Так, а, я так понимаю, она застрелила ходячего. Окей, ну я говорю, девчонка весь эпизод тащит, все делает. Ты вернулся, как и обещал, не так ли? Ты нашел моих родителей? Давайте скажем, нет, прости, солнышко, я их искал, но не нашел. Клементина, что здесь случилось? Одно из этих чудовищ урвалось в дом, оно попыталось подняться по лестнице, но я его пристрелил. По лестнице, Амид. Короче, Клементинка молодец. Ты молодец, малыш, очень хорошо. А где Молли? Давайте скажем правду. Она не придет, Клем. Прости. Она мне нравилась, я знаю, мне тоже, но что скажешь, если мы Омиду проведаем? Окей. Да, девочка молодец, как бы, скажем так, выросла окончательно за эти эпизоды. Кристо, все хорошо? Амид! Мой ёбарь! Как бы он ее сейчас не цапнул, а вдруг он сейчас в ходячего превратится, вот прямо вот сейчас. Так, Кристо, давайте, отойди! Если он умер, он... Мне не стоило бросать тебя, прости меня. Кристо, отойди от него. Опа. Так. Нет, он... А, эй. Уже вернулись? Не, вроде он все, он не ходячий, зашибись. Мы принесли тебе лекарства. Славно, они мне пригодились. Давай-ка, жуй. Еще так, знаете, такой звук, так дрррр, и рана прошла. С тобой все хорошо, парень, выглядишь хуже меня. Из-за этого мудила мы чуть не остались там. Стоило бросить его, пока у нас была такая возможность. Ребят, а что там, черт возьми, случилось-то? Пусть тебе кто-нибудь другой расскажет, у меня и так дел по горло. Хорошо, если повезет, ты очень скоро поправишься. Я побуду здесь еще несколько часов, чтобы присмотреть за ним. Дай знать, если что-то нужно. Спасибо, док, мне бы порнухи посмотреть. Да, огромное тебе спасибо. Сейчас, наверное, самое время поговорить друг с другом наедине. Ну да, толстуху-то убили, и мы теперь лишились половины припасов еды из-за этого. Так, давай скажем, мне жаль Бри. Приятель, слушай, то, что случилось с Бри, короче, не вини себя, это случившись, ты бы все равно ничего не смог сделать. Ну это да. Ты знаешь, что хуже всего? И чё, меня ничто не гложет, ну почти ничего. Неужели то, что случилось с Бри, не сломило меня? Так было со мной, когда я потерял дочь, потерял друзей в первой неделе, но теперь, короче, похоже, я просто взял то, что мне нравилось в этот поход. Видимо, теперь это и есть наш мир, и с этим лучше смириться. Короче, мужик стал похуистом, блядь, хиппи какой-то, реально. Так, о чем ты хотел со мной поговорить? Я знаю, ты заботишься о Клементине, всякий может это увидеть. Я знаю, что ты делаешь для девочки все, что в твоих силах, но... Этот ваш план посадить всех на лодку и отправиться непонятно куда. Ты впрямь считаешь, что это лучшая возможность найти для Клементины место, где она будет в безопасности, где она будет в безопасности? Я бы так не считал. А что ты предлагаешь? Вам я ее не оставлю.
Я заберу Клементину у тебя, возьму ее с собой, отведу ее к своим людям. У нас много запасов, хорошее убежище и всех. Есть свои собственные дети. Теперь, когда Кроуфорд пал, нам больше нечего бояться. Так, я давайте скажу, мне нужно подумать. Блять, ты задолбал говорить-то. А, ты дал мне пищу для размышлений, верно? Мне нужно подумать. Я думаю, это надо с Клементиной обсудить. Конечно же, у тебя есть время, но я хочу, чтобы ты подумал. Если все-таки она захочет с ними остаться, то почему бы и нет? То есть, ты пошел на задание с Молли, и каждый из вас, наверное, приглядывал друг за другом, но все, что я знаю, ты вернулся, а Молли нет. И если ты ее спас, почему Клементина... Клементина чего до... Клементина до, и все, субтитры кончились. Ну окей, ладно. Додумайте сами. Давайте поговорим с ней. О, утро. У меня. Спать хочу. Так, эй, солнышко. Кенни лодкой занимается. Я знаю. И что мы теперь будем делать после того, как Кенни починит лодку? Куда отправимся? Давайте скажем, не знаю. Не знаю, что ведь придумаем. Как всегда. А что стряслось? С Беном все хорошо, с той минуты, как он вернулся, он стал на себя сам не похож. Давайте, он чувствует сам, что виноват Бен хороший парень. Я думаю, что он просто чувствует себя виноватым, за что такие решения он принимал. Короче, его достали. Он считает себя нашей группы нашей. Прежде чем уйти завтра, у нас будет время поискать папу и маму. Давайте. Скажем, может, времени не хватить. Я бы хотел, Клем, но... Не думаю, что у нас есть время. Нам, правда, не стоит в городе оставаться дольше. Здесь небезопасно. Давайте... А почему нельзя сказать то, что вот его... Чувак предлагает? Давайте руку протянем ей. А, херас. Нет, а почему нельзя обсудить то, что... С Клементиной хочет она остаться в городе или нет? Я думал, можно... Типа, все, к ней больше не подходи и не трогай, да? Ладно, довольно-таки тяжко развивается финал 4-го эпизода. А, блядь, рация, сейчас кто-нибудь начнет говорить по рации. По-любому мне вот 100 пудов не зря нам показали, как он ее на стол ложит. И чё, типа они спят, что ли? Да-да-да, походу Ли поспал, проснулся. И все уехали, его оставили. Клементина? Представляете, реально такой поворот, он стоит, а никого нету. Все, короче, на лодке съебались и такие думают, а, ну, хули, места-то мало, ну или спит, пускай съебем без него. И вот это будет, с одной стороны, интересно, но с другой стороны, как-то не очень. Так, слушайте, хоть бы тут кто-то был, блядь. Слушайте, hello, ау, я молоко принес. Веселый молочник. Так, давайте, слушайте, мне кажется, у Ли уже очко жмётся. Клементина, Клементина! Клементайн! Так. О, боже. Давайте. Так, кепка Клементина. Слушайте, почему Ли всегда спит не вовремя? Так, давайте берем кепку с собой. Надо смотреть, лодка тут или не тут. Окей, что-то там... Шипит за воротами. Рация. Походу, Клем. Походу, по рации ее кто-то позвал. Отлично. Значит, опять кто-то вышел с ней на связь по рации. И Клементина наивная девочка. Она побежала, и все окей там. Давай дружить. А потом где-нибудь сейчас в Тунисе в гареме будет ночевать. Отлично. Ох ты, блядь! Так. Нихуя. Слушайте, я аж не ожидал. Так, берем с собой кепочку. Прям ходящий как-то. Нет. Блять, его укусили. Нет. Нет. Блять. Черт. Слушай, надо руку отрезать, по-любому. Ли? Ты здесь? Ли? Блять, неудобно как-то получилось.
Давайте спрячем хуй. Я вам не отдамся. Так, где Клементина? Ее нет в своей комнате. Верно, тоже нет в доме. Какого черта здесь происходит? А чья это кровь? Это ходячий урод прыгнул на меня из-за спины. Так где Клементина? Значит, верно ее забрал. Клементина пропала, я нашел ее кепку и рацию на земле. Это все, что я нашел. Есть вероятность того, что она сама сбежала. Нет, исключено. Так какой черт возьми, и он ее забрал? Я не знаю, прошлым вечером Верн пришел ко мне, предложил взять ее с собой, сказал, что так будет лучше для нее. Сукин сын, я так и знал, что нельзя было доверять этому мудаку. Где бы она ни была, я должен ее найти. Давайте скажем, мне нужна, возможно, не так много времени осталось, у нас больше шансов найти ее, если мы пойдем все вместе. Кто со мной? Я не буду говорить про укусы. Ли, извини, мы не можем, это слишком рискованно для нас. Амит уже ходит, я смотрю. Криста, да брось, я понимаю, но Ли, прости, брось нас довериться ему, а это слишком сложно для меня. Типа, ты девочку не можешь походить поискать, что ли? Ну ладно, давайте. Короче, говорит, типа, найдешь ее, я уверен, тебе придется делать без нас. Думаю, вы поступаете так, как должны поступить. Только не съебитесь на лодке без меня. Ну а ты чё, усатый чувак? Ли, друг, ты знаешь, что мне не безразлично Клементина, я христианин, но я даю тебе вопрос. Если бы я просил тебя помощи, просил тебя рисковать жизнью, сделал бы ты это для меня? Потому что уже много раз, когда ты это не делал. Чего, блядь? Да ты, сука, всегда убегал, блядь! Кенни, друг, я прошу тебя, я не могу сделать это в одиночку, мне нужна твоя помощь, пожалуйста. Ты просто ссышь, блядь. Может, ты не ведешь по счету ли, но я веду. И ты чаще помогаешь себе, чем своим друзьям. Ну, может, это хорошо. Да слушай, ты все время только себе и помогаешь. Потому что как ты теперь сам по себе. Вот суки. А что насчет тебя, Бен? Я не знаю, как, по-твоему, будет ли лучше? Короче, ты со мной идешь и не обсуждается даже, блядь. Я тебя, сука, спас, ты мне, блядь, сосать должен теперь каждый день по праздникам, блядь, и по выходным там, когда я скажу вообще. Она всегда казалась только добрым словами, а тебе, Бен, сейчас ты ей нужен. Ты прав, я обязан ей. Клянусь, прежде чем все это закончится, я покажу тебе, что способен на что-то хорошее. Я докажу тебе. И вот увидишь. Окей. Парниша, я надеюсь, ты костьми ляжешь. Похоже, только ты и я, надо найти на Вертона и убедиться, что, короче, с Клементиной все в порядке, удачи. Да, вам обоим. Вернись, Клементина, не вредим. Да пошел ты в пизду, блядь, даже помочь не хочешь. Еще что-то там пиздеть будете. Мы доставим лодку к реке, думаю, мы можем подождать, пока вы вернетесь, или, по крайней мере, не наступит темнота, короче. Ладно, пацан, пошли. Окей. Ну, короче, я так понимаю, надо идти туда, к ним в канализацию, где они были. Это такой самый логичный вариант. Отлично. Пришли, ну их, конечно же, тут нету, мне кажется. Или все-таки тут? Ну, я надеюсь, что все тут, и Клементина тут. Давай, да, он сам говорит, типа, давай, окей. А у меня аж потом... Ох, нихера, нет никого. У меня аж патронов в пистолете нету вроде. Ну, или, может, там в арсенале мы забрали, но... Тут никого нету. Окей, черт, где они? Это ты их здесь нашел? Ага. Эй, Верно, выходи, я не хочу проблем. Мне нужна только девочка. Верни ее, и никто не пострадает. Блять, ну никого нет, понятное дело, что он кричит-то. Так, Ли, давай-ка порассуждаем, что же будет. Так, ну, может, Бен такой, типа, я знаю, и... Все, решит, все придумает. Бен же, он у нас все-таки должен какую-то роль сыграть в этом эпизоде. Или я, по-моему, слышу кого-то. Ну, точно. Ходячий, блядь. Слушайте, а их, наверное, там целая толпа. Из Крофорда неужели все выбрались? Блядь, слушайте, их реально тут... Ну, человек 30 по-любому будет. Слушайте, что-то... Нехорошо, они к нам сюда, я так понимаю, ломятся. Ли? Опа, Клементинка. Клементина, ты в порядке? Где ты? Верно, сукин ты сын. Привет, Ли. Ох ты, блядь.
Давайте, кто это? Это неверно, если ты об этом... Так что следи за своей речью. А, Клементина в порядке, но на твоем месте я бы подбирал слова очень тщательно. Блять, кто это такой? Это явно не Глен. Не Глен. Так. Что ты хочешь от меня? Блять, продолжение следует. Ходячие мертвецы, эпизод 5. Времени больше нет. Окей. Вот так вот эпизод заканчивается. Так, смотрите, ну у меня, в принципе, стата пойдет. Давайте посмотрим, что же в пятом ролике, ой, в пятом эпизоде будет. То есть, какой нам пруф покажут. Так. Типа, кто пошел с вами? 10%. Окей, типа, не самый плохой вариант, потому что может, могло быть и 6%. Ну ладно, типа, Бен со мной. Окей. Давайте. Ходячие мертвецы за каждым углом. Стойте, а даже спойлеры не покажут? Почему всегда же показывали спойлер к... там, к следующему эпизоду? Ну, типа, тут уже, значит, пятый эпизод настолько крут, что даже никаких спойлеров к нему не показывают. Что будет, что там нас ждет, потому что настолько там все круто, что... это показывать нельзя, иначе там каждая секунда, показанная в том эпизоде, расскажет нам слишком много об этом. Ну окей, давайте, ребят, когда... Или может сейчас начнутся какие-нибудь предыстории, трейлер? Нет, не начнутся. Что ж, на этом полностью эпизод 4 закончился, поэтому надо с вами прощаться. Все-таки круто, Ильи все-таки укусили. Что же он будет делать со своим укусом? И кто это Клементину забрал? И те еще должны уехать, и Бен живой остался. Ну короче, это вообще полный капец. Поэтому с нетерпением жду пятого эпизода, думаю, вы тоже ждете его, поэтому на этом я с вами прощаюсь. С вами был Эстер, до новых встреч, пока!